Привет. За кем приехал? За женой приехал, и за ребеночком. Ну, дочку свою назвал я Валерия. Родилась 12 февраля 2016 года. Вес 3 килограмма, рост 50 сантиметров. Здоровенькая. Пол второго ночи родилась. Еще непонятно, на кого похожа, но больше на маму. Волосики светленькие. Там видно будет дальше, на кого будет больше похожа. Родная моя любимая, спасибо тебе за дочку. Хочу пожелать вам тебе огромного терпения, а дочке огромного здоровья. Ну и тебе тоже здоровья, чтобы росли у меня умницами. Все, жду тебя на выписку, родная. Все, все приготовил. Все готовы, все ждут, все приехали. Ждем только тебя. Ну, здравствуйте, мои родные. Вот вы молодцы какие. Вот создалась семья какая крепкая, да? Вот желаю вам вот от души вот здоровья, чтобы семья ваша была вот на самом деле такая крепкая, чтобы... Никакие вообще ни проблемы, ни преграды вам никогда не мешали. Чтобы доченька ваша росла вот здоровенькой, умненькой, чтобы вы ее хорошенько воспитали, чтобы вообще беды с ней не знали. Ну, как говорится, как сами воспитаете, так оно и будет. А вам, ну, друзья мои, пожелаю только одно – счастья и счастливого брака. Спи, моя дочка, дивную сказку добрый волшебник подарит тебе. Спи, моя дочка, спи, моя тайна, словно принцесса в хрустальном дворце. Спи, моя дочка, дивную сказку добрый волшебник подарит тебе. Здоровья моей Лерке, дочке моей, ну, внучке вернее, чтобы все у нее было хорошо. Чтобы все хорошо было. Ну, я тоже здоровья желаю, счастья, чтобы выросла, большая была, вся в меня. Ой, Настюш, будь счастливая, здоровенькая, чтобы лялька у тебя была хорошенькая, здоровенькая. Ну, и чтобы у вас все было нормально. Да, чтобы здоровье было, и чтобы лялька не болела. Мамочку поздравляем, поздравляем с папочкой. Сейчас будете нянчить. Yeah.
Да, открывай, открывай глазки, открывай скорее. Открывай. Закрывай. Так, но мы задаем один и тот же вопрос, кто отсюда выходит. Ты знаешь какой? Не знаешь? Нет. Роддому что скажешь? До свидания или прощай? Еще за одним придете через эдак лет... До свидания. 3-5. Могу сказать. За мальчиком. Все, супер. Следующий вы на очереди, правильно? Да, конечно. Все. Пожелаем вам это тоже. Да, спасибо большое. Так, ну, ребят, поздравляю вас с рождением малыша. Самое главное, не болейте. Удачи и по жизни вам. Подымайте, чтобы все было окей. Крикнем 3 раза ура по моей команде. 1, 2, 3. Ура! 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 Что там, в палате никто не провожает, нет? Ну, помаши палатки свои, помаши. А вот оно твое. Да? Ну, в сторону роддома, помаши все. Пока. А то сейчас половина роддома завидует тебе. Да. Осторожней. Ну что, все, домой? Да. Все, пока-пока. Пока-пока.
лежбоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем!